Заключение новости спорта. Тбилиси прибыл легендарный литовский баскетболист Арвидас Сабонис. В ходе трехдневного визита в нашу страну знаменитый спортсмен проведет официальную презентацию чемпионата Европы по баскетболу. Турнир состоится в Вильнюсе в конце августа. Кроме того, запланированные встречи Сабониса с президентом и премьер-министром Грузии, а также с министром по делам молодежи и спорта. В этом году, в 2011, у нас чемпионат Европы по баскетболу в Литве. Мы приезжаем его представить вашей стране, потому что первый раз на европейском чемпионате участвует и грузинская сборная. Ромас Арвидас Сабонис является послом европейского чемпионата, который пройдет в Вильнюсе 31 августа 2011 года. Этот визит был запланирован еще два месяца назад. Арвидас приехал в Тбилиси, чтобы провести презентацию чемпионата Европы. Для нас большая честь принимать в нашей стране легенду европейского баскетбола.